Андрей, привет. Мы находимся в Словении, на берегу Адриатического моря, в городе Порторожо. Отсюда я веду свой поздравительный репортаж. Помогает мне моя коллега, супруга Анна Юрьевна. Анна Юрьевна, поприветствуйте, Андрей. Да, привет. Это ее рука с кольцом. Вот, значит, мы хотим тебя поздравить с праздником. Сегодня праздник, несмотря ни на что. Вот. И для этого мы приготовили тебе такой скромный сюрприз. Вот пакетик из информационного офиса с надписью «Порто». Это не вино, это Порторож. Вот Порторож. И тут написано «Пиран». Это тут город рядом, очень красивый, можешь найти на Гугле. Ну или где-нибудь в Википедии. Что же мы тебе дарим? Интересно? Нет. Пакетик. Пакетик. Разворачиваем. Бумажка. Подарок имеет вот такую форму. Если мы были, конечно, в Москве, попросил разгадать. Но поскольку сейчас у меня нет такой возможности, я делал трехсерийную оперу. Что же это такое? Это вот такой вот ручной работы. Девайс абсолютно интерактивный, абсолютно, как говорится, hands-free, ну практически. Вот. А, и хотим тебе пожелать, чтобы вот этот звук этого подарка, он бы очистил, так сказать, пространство вокруг тебя от каких-то негативных ощущений прошлого и принес бы тебе удачу, радость, и мы с тобой вот поздравляем! Ура! Теперь будем